то все, едем дальше. А впереди нас ожидает еще судак. Километра. Сюда, туда. Угу. Потом поедем на Андрею. Ну, какие машинки там? А мы же не туда поехали. Сейчас все-таки свернем к Шубаку, подъедем к набережной. Слушай, ну сюда где тут, блядь, до моря пиздец. Не, ну тут отели, видишь, они возле моря. Тихо, блядь, туда сейчас-то ехать. Сейчас по прямой, по-моему. Точно? Ну да. Туда что ли? Ну вот, видишь, оттуда с матрасами идут. Значит, туда. А может, на ногу туда? Скорее всего, туда. А это куда, интересно, мы поехали? Туда. Может, здесь ее поставим? Еще 100 метров, короче, и мы будем на набережной. Фильм ужасов. Чужой. Серьезно, Дима. Вот такие вот там ужастики нам показали только что, блин. Ужасно просто, смотрите, это опасно. Вот такие вот виды здесь тоже. Крепость. Еузская какая-то, по-моему, крепость, да, Андрюха? Не помнишь название? Крепость. Сколько такая штука стоит здесь? 250 рублей. 15. 20? 15 обнаружено. 15. А, 15 минут 250 рублей, да? А, спасибо. Заблудились, короче, потеряли, где мы машину оставили. Будем искать. Судак. Такая красивая тема. Как там? Красиво наверху. Очень. Надо сходить посмотреть. Красиво наверху? Очень. В крепости вода. Да? А там вход платный? Платный. 150 человека, да? Ну там зато вы все фотографируете. Ну вот сейчас как раз самое оно. Спасибо. Ой. А вы чья такая тут? Короче, решили посетить одну историческую достопримечательность, здесь такую-то, Генуэзская крепость. Фу, решили, раз уж находимся в Судаке, все-таки заехать сюда. Ну а дальше направимся опять в Ялту. Может быть, даже не сегодня, поскольку, хрен знает, когда едем. Андрюх, топать ножками не надоело? Значит, еще нормально, силы есть. Там уже закрыто, да? Где билеты? А я не знаю, а где билеты продают? Там продают? Да там где-то продают. Слушай, билеты там где-то продают. И говорят, все уже до 7 часов. А-а-а. Вот так вот даже. Спасибо. Я, в принципе, убрал больше для видео даже съемок. Вот, нашли девушку, встретились, и она, оказывается, умеет разбираться во всех этих настройках. Попробуйте. Ну давайте я попробую, конечно. Пробуй. Нужно только туда брякнуть. Сейчас. Я просто первый раз держу такой фотик. Так. Ну, наверное, это будет не как ваш ник, он все-таки не отличается. Ну, нет, по-моему.
А вы сами туда в крепость не заходили? Хотела, я сегодня опоздала. А они до 7, да, сегодня работают? Они, да. А я 5 минут 8 пришла. Говорит, фу, а я именно вечером хотела, потому что фотки вечером интересны. О, спасибо. А откуда приехали? О, город невест. Мы рядышком. А вы откуда? Москва. Понятно. Ну как, не совсем Москва, в Москве. Ну, в принципе, почти Москва. Одинцово, что ли? Нет, город Пушкино, слышали, может? Слышала. Во. У меня в Одинцово подружка моя лучше живет. Она меня все туда зовет жить и работать, в общем. Ну здорово. Приезжайте. Зашли в такую кафешку. Сейчас перекусим что-нибудь здесь по-быстрому. Не, я имею в виду вообще. Это вы здесь постоянно живете? На ПМЖ или так просто временно? Временно, мне здесь нравится. Ну здесь набережная красивая, да, у вас? А мы сейчас как раз в Ялту собрались. Далеко это? Еще 200 км, наверное, да? До Ялты. Часа два по серпантину, да, поэтому? Мне кажется, там все три будут. Смотри, как ехать. Вообще, Крым стал лучше или как? После того, как Россия пришла? Ваше мнение лично. А? Пока еще нету, да, таких особых изменений. Все как было, в принципе, так. Дороги остались такими же, да? Или где-то местами все-таки исправили? Лучшую сторону. Ну вот это федеральная трасса М-17, по-моему, там, смотрю, мы местами вчера ехали. Мне кажется, меня поразило, где Керчь, там вообще там все такое разбитое, просто жесть. Страшно ехать. А это район Южный, да? Конечно. Ну ладненько, спасибо вам. Пойдем. Попьем и пойдем. У Ашота остановиться, да? В гостях у Ашота. Я бы сейчас тоже съел бы. Ну, единственное, это чревато может быть. После шаурмы. Мясо там неизвестно, где оно лежало и как оно там. Они его приправами там прихорашивают нафиг. И не заметишь даже, если оно с тупляком-то. Ну, в общем, вот так вот и едем. Из трех мест, где были, в Феодосии. Тебель и Судак. Я думаю, Судак все-таки превзошел немножко мои ожидания. Я думаю, какой-то не очень невзрачный будет. Оказался даже очень интересен. По-своему, да? И как будет, Андрей? Побольше будет. Либо, тут видишь еще как получилось, что мы были в Феодосии, скажем так, в самую жару. Из-за этого народу мало было. Может а быть. В Судаке мы уже приехали, жара стала спадать. Да, и попроще. Уже все вышли. Такой пик прям. Много детей. Такая чувствуется. Да, жизнь такая ключом. Семейная, такая. Да, такая там много для детей всего сделано. Там парк какой-то, аттракционы всякие. Для детей там вообще классно, наверное, похоже на удовольствие. По крайней мере, как на первый взгляд. Так. Ну, море по чистоте, наверное, такое же, как... Ну и главная достопримечательность, Гивузская пушка. Это крепость историческая такая. Тоже стоит туда попасть, но мы туда не успели попасть, поскольку до 7 надо, да. 7 вечера уже закрывается. А вот с утра вот во сколько там, неизвестно, да. Я думаю, что смотреть. Конечно, с утра, когда жары нету такой, пиковой. Проще будет ходить. Ну, конечно, там ближе к вечеру будет офигенный закат это снимать. Там уже, получается, они народ туда до 7 запустили, они ходят, может быть. Да, там можно уже ходить. Да. То есть там, после 7 там можно ходить, наверное, закат снимать. Главное попасть в Алупку. Ладненько. Сейчас Алупка, наверное, будет скоро. Да нет, до Алупки еще далековато. Думаешь? Сейчас первым делом, по-моему, Аушту проезжаем, потом только Аушту. Да, Аушту, потом Аушту. Аушка это прям возле Ялты, там прям совсем рядом. Там километров 20, по-моему, 25 до Ялты. Так, Комитенцы.
SEO и название. Я думаю, что до утра пилить. Пилить и пилить, я тоже так думаю. Но уже так темнеет, смеркается. Жара спала, можно ехать. Сейчас кайфово ехать, да, с открытыми окошками. Даже кондиционер мы сегодня не включали. Поселочка. Здесь, мне кажется, и цены, наверное, гораздо дешевле. Пансионат солнечный какой-то, камень. Закатик начинается. Вон, смотри, здесь как можно отдыхать. А, вон кемпинги, блин, да. Это нормальная тема. Все равно платить нам надо за место, что, да, какое-то? Остановимся. Ну, а что, да, в принципе, вариант. Тут красава, вид вообще классный, потрясающий. Колеса, блин, там нормально так расположились у моря. Только горы, 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 горы. Слушай, это часов. Уже стемнело. Практически. Я ничего не видно. Виды, конечно, здесь просто супер. Нет слов. Одни эмоции. Поедем дальше. Звуки леса. Луна светит нам. Что, поехали дальше? Угу. У тебя подсветки нету на двери, да? Что? Подсветки на двери нету? Не включайте. Да. Пока. Вот и все, помчались. Светофорчик, ни хрена. Сейчас посмотрим, что там, сколько до ушка. А уж 3 км. А уж осталось 3 км. Я у нас пирог. Направо, да? Жилье море на любой вкус. Сюда. Сейчас направо поворачиваем. Приехали в город Аупка. Не Аупка, а Ушта, вернее. Путаю тоже. Название похожее.